попить, покурить и... А, Грисомонти, друиды. Да, поставьте шкаф темное. Так, Вовбро тут? Два моба не нужны эти. Здесь, здесь. Я же говорю, если бы мы как раньше играли, именно PvP 24 на 7 сидели, то, скорее всего, у нас был бы шанс забрать первое место, а сейчас нет. Эти ж ВП, которые заняли первое место, они сидят просто на всех серверах, ну, постоянно. Как не зайдешь на какой-то сервер, они сидят, регают. Мы так раньше делали, сейчас нет. А, типа, на этом живете, зарабатываете этим? Так. Сейчас принимаю. Нахуй я на работу хожу, пойду, бля, задрачивать. Ну, блядь, компьютер нормальный нужен. Слагает, как у суки, блядь. А, так, что там у нас? Войд. Банан. А, банан там это, да? Комнату осматривает. Тайную комнату. Слушай, там еще сдавать, давай потом уже. Ты сейчас посмотришь, он тебе полутает. Я сделал. А, все, ты уже здесь. Все, давай, Терчен. И... Да чили бафка мне вообще. Все, нормально, поехали. Боссы пока не играйте, ждем. Дайте Крикстабах, дайте. Кто-то сагрился. А, вот. Че сагрился? Показалось. Попкаст. Давай нам на ты дедрейда. Дар под боссом. Он щебля даже не вылез. Собачка, живи! Я прохилил твою собачку. Спасибо. Кстати, а в воду можно поставить пету? Куда? А, в воду? Да, именно в воду. Сложно сказать, не знаю. Я вообще себе дуну не могу ставить, у меня только бартандер стоит и ДБМ с этим рекаунтом. Ну, в обычном хиллботе есть беты, а вот воду нету. Да, все нормально, одинаково. Стоян. Чисто, блядь, не чувствуется. А когда будет... если будет 25 стаков, сдашь Геру, блядь, под Геру попробуем просто задушить. Если будет 25 стаков. Ну, типа, я имею в виду, мы трэш добиваем, 25 стаков остается, делаем геру и убиваем. Если нет, тогда трэш тогда свищемся. Ну, типа, по идее, на ачивку у нас, блядь, урона овер до хера, и, типа, можно даже в хрень это сделать. Да блядская собака, нахуй ты умираешь? Сыграть, блядь, босс Чарльза, дерева нету. Лесоруб, блядь. Топором с этим огромным. Пизнец, пизнец. Ну, кстати, топор еще нормально по цепи смотрится. У меня мастера нету. Войс, дашь тогда этот? Угу. Сакра есть?
Масса Круз, давай уже. Играйте точечно. Все есть. Случай выходи. Сейчас, если ты маленький... Гимноман, да? Жанни земли стоп-каст. Он не сдал мне пита докастовать. Пида. Чё-то я смотрю, в Ульдуаре собаки начали постоянно умирать. Чё это за бред? Да вообще с петами что-то не то. Я такого никогда раньше не видел. Да, они как-то прям тупят сильно. Сирус хуёвый. Так, это 30 стаков будет. Сдавай Геру Айном. Давай, Геру, погнали убивать босса. Пробуем. Должны бить. Стоп-каст. Бьем дальше. Сниму силу Кинга сам. А. Блять, что-то не хватает. Хотя не хватает все. А, из лоча только выйди. Сбегаю, сам разбил. Понял. Сдам на пул. Сдам на пул. И этот играем, продолжаем по боссу. Стоп-каст. Из луча. Умерла только моя собака. Красиво. Пойдемте, знаете, сейчас немножко маршрут изменим. Погнали, быстро убьем первый этаж, а потом ТП на Мемерона, перекур, ну, чтобы у нас скатились. Так, так вы же хотели на Твинов заходить. Не лучше будет в конце их убить? А, ну все, ладно, ладно. Да просто, бля, 9 минут это такое, бля. Ты про Геру? Про Геру, да, на. Ну хотя ДПС должно хватить, по идее. Робби без Геру упадет спокойно. А, пойдемте, искра воображения. Там босс говорит, давайте Мемерона в обычку. Как думаете? Ну. А он не сложный. Он не сложный. Ну а кому-то нужен вообще Мемерон? Ну давайте обычку так-то, там же без понтовщины всякая падает. Ну тогда давайте обычку, никаких проблем не будет. Фастран. Ну в целом мы ориентировали, что без этого. Ну если бы нужна была шмотка там, и убить там несложно, надо просто, блядь... Да, несложно убить, просто если кому-то надо что-то, вы говорите. Если не надо, то давайте в обычку просто убьем и все, пойдем дальше. Да тут, по-моему, только на этого, на мага нормально падает. Что, готовы? Рыба. Рыба есть у кого, да. Айнон, лев, машина. Айнон, ты теперь в золоте? Ой-ой-ой. Золотой Айнон. Сразу же на мажорская жизнь вот это, блядь. Сердолик фул уже. Пиздец, блядь. А вот эта прожимная триня нормальная? У которой стоит у него на хит. Живой жар, да, конечно. Она до хуя спидает. Ну, типа, он ее юзает под этот, под, как она называется, блядь, не помню, этот, блядь, молния ебаная. Прилив стихии, или как он там называется, и вот там урон овер до хера. Че, не, ну, если бы она не была бы апнута, то, конечно. Не, после она не апнута, конечно, она была бы говным. Да, погнали, все. Убиваем, блядь, разъебываем, не смотрим на босса. Эй, алло. Два раза на тебя кинулась, кстати. Ну да.
Да я уж скрипты скачал, вроде работают. Бля, у меня даже фаска еще, понимаешь, не откатилась. Мы уже почти весь ульдуар снесли. Блять, опять собака умерла, да что это за говно, блять? Что-то не так, блять. Надо писать на форум. Ну, но они, да, они, видимо, двигаются как-то криво или там... Масса урона, наверное. Надо, чтобы, да, чтобы масса урон был понижен по ним. А в каре что же у тебя пет падает постоянно, да? Нет, в каре, ну, нет. Там пару раз, а тут что-то прям совсем. Типа, тут может быть урон, типа... Да у меня постоянно с петом какая-то хуйня. То FPS за него падает. У меня же до сих пор эта херня не пофиксилась. Я, типа, когда перехожу из зоны в зону, типа, и если со мной волк, у меня FPS. Типа, и мне нужно... Ну, я нашел быстрый фикс, раньше я релогался, а сейчас я просто этот нажимаю. Таланты. Типа, таланты открываешь, закрываешь, и FPS нормально уже становится. Собака, да не умирай, мразь, блядь. Не, она просто реально умирает, как ёбнутая. Просто до обстрела сдули. Стоим, не рыпаемся, добиваем. Беги, малышка, беги! Чё, понапуливаешь голову? Да. С удовольствием. Это на кого будете напуливать? На Войда. Или на тебя. Можешь на тебя? Не, не надо. Бесплатный напул раздаю. Я ее только одним скиллом могу бить. А, этот, лови бомбодов. Все, секс. Ну или пирекс. Они в обычке вообще, по-моему, не дамажат совсем. Бля, вот так бы 25-ки проносились, вообще бы было. Да, если бы. Не, ну почему, видишь, Мимирона мы на первый, когда рейд собирался на фул, мы сколько там драили 5 раз где-то и не прошли, а тут взяли, собрались, с первого раза прошли и все. Не, ну мы по 2, по 3 трая сейчас, ну последние 2 КД мы где-то 3, ну где-то 3, да, трая делаем, убиваем. А, или ты имеешь в виду, когда но я... Ну, в тот раз мы не убили на этом КД. Да, да, да. Сразу. Да. Мы еще раз делали. Я просто, мне нужно было вставать рано, а я еще типа так заебался за неделю, я просто... Ну, как бы, как это описать? Я просто сижу, и я, знаешь, одним глазом периодически открывается. Смотрю, что происходит, и дальше ложу спать. Ну. Типа такой, ой, огонь, блядь, побежал дальше. Ну, такого. Не, ну реально, к рейду нужно быть готовым, чтобы это выспался. Там все нормально. А когда да, блядь, куда тяжело. Пока, блядь. В ноги больше ДПС, больше в ноги ДПС, в голову стопните, стопните в голову. Я как вспомню, как мы Торима траили где-то часа 3. Не двигаемся, добиваем тело быстрее. Блять, это кто ультанул? Босс? И чё, и где? Кэш мани бизнес. Что, перекур будем делать или... Да, давайте, пойдемте перекурим немножечко. Сейчас встанем в этот, в обуличную галерею, ТП все сделайте. И давайте так, 21, ну давайте 4 минуты, 21.16, собираемся, идем да проносим остатки. Там недолго, там все это, просим. Сет на ДЦшку из 4 частей Т8 нормальный, там бонус или 2 части хватит? Я тебе линканул, а там дальше сам Т8 решил. Вообще не смотри, ну типа ты возьми. Ну так, на замену чисто взять, чтоб что-то было. Я вор, я бить лицо. Лучше Т9 брать. Ой, кудлик, потеряйся, пожалуйста. Ага, фулл Т9 купи, да? Лучше Т9, конечно. Хорошо, можно. Все, я понял. Невер, у меня Т4 есть. Одно. Поздравляю.
Банан гет. Здесь в гильдии самый лучший это банан. Из всех игроков гильдии. Понял. Слава богу, что не ты. Я думал, опять чувствуешь, начнешь. А я сейчас буду есть тохтик. 8 минут. Слушай, да я думаю, ставим Алглона, быстро убьем, по идее. Мне тут Романов писал. Ты помнишь такого Невер? Я помню, да. Че писал? Да, типа, я спрашивал, куда я пропал, потом я говорю, типа, гоу к нам в гильдию, он сказал, из-за Невера, типа, не пойду. Ну, бля, потому что, ну, а с чего ты решил, что это нормальный человек? В смысле, нормальный тип? Да, бля, он долбоёб, ебан, ну, типа, камон, он хуйню, сейчас, подожди секунду. У него есть две маленькие проблемы. Во-первых, он типа, ну... И про то, что типа он сролил что-то и дал ханту, который слабее был? Да нет, там просто, ну, типа он в фугарейде, типа, а, ну, просто хуйню какую-то несет, типа, знаешь, там, дичь исполняет, у типов шмотки выраливает, типа на какой-то хуй, я не знаю, зачем ему РЛ дает их. Ну вот, и типа я говорю, слушай, ну, типа, ты, блядь, людям оставь шмотки, говорит, да я типа ебал в рот, блядь, этих воинов там или кого-то. Типа, ну, просто чушь какая-то абсолютно. Я говорю, слушай, ну типа, угомонись, типа, блядь, мы в Пугарейде, блядь, и гильдия, которая, блядь, не какая-то ноунейма, блядь. Вот, он, ну, типа, начал там, типа, вот, да чё ты, нормально всё, говорит, блядь, да это ненормально. Он там свою линию начал гнуть, я говорю, ну, слушай, типа, кайф, говорю, иди на вон, на своём паладине, на котором ты в другой гильдии состоишь, что ты такой не занимаешься здесь, этого делать не нужно. Ну, он ливнул, и всё. Так, 21.16, все тут? А-а-а, сейчас, секундочку, буквально. Начните без меня, извините. Вот тут. Можешь пулять, если что, я похилю. Тоже отсутствует, походу. Как так быстро, блядь, время пролетело? Я не успел даже до кухни найти, блядь. Я по Мишке, блядь. Погнали, погнали, Мишке. Да что за гудлика, блядь? Ну да, да. Ну, короче, Романов такой парень, сомнительный. И плюс, нахуй он нужен, он не дамажит. А вы про кого тут? Хан, помнишь, Романов был? Mm. Ну вот. Типа, пользу ноль, как бы, поэтому... Oh. Ну, он давал 5к в 226-м гире, но это как бы такое. Я слышу, да. В принципе, нормально, ты что, у меня вар так же дает. Угу, только вар дамажит больше в любом случае. Да в смысле найс похил? Там разбивать косты надо было или что? Почему нас так ваншотнуло? А кто? Вы этих двух големов бьете? Их одновременно убивать нужно. Не, ну они просто ваншотали. Только ну что? Да, они шотают с пылом этим, если он повернут. А там не надо было сбивать им ничего? Неа. А ты там ничего не делал? Да, я ошибся. Там просто нужно было этот, чтобы кто-то... Ну, пополам били, типа, остановить урон. Но я сейчас кофе наливаю и бегу, я извиняюсь. Я, типа... я просто думал, блядь, быстро перед рейдом сейчас десяточку закрою, блядь, острокрылую, блядь, еще у меня будет время все себе сделать. А эти пидоры, блядь, не смогли, блядь, просто босса одного затыкать. Блядь, ДЦшка 226 не смог прохилить, блядь, рейд, ну типа, камон. Там же, блядь, вообще хилить нечего. И еще, а это еще что? Кто привел? Отходите. Понял. Есть тактика на этих мобов? А то я не знаю.
А откуда эти мобы взялись вообще? Все, я уже бегу, извините. Давай. О, пришел мертвый, кайф. Меч падал с робота? Нет. А хуй знает, все пылит подряд, он даже не смотрел, что падает. Завтра кара 20.00. А, понятно. Завтра же Ульдуар. Гулик, завтра идешь в Ульдуар? Ой. 25-ку. Вещи в Ульдуар 25. Мы твинков и рейс играем. Ну, типа, как твинк, кто не попал, и так далее, и так далее. Парол? Да. Нахуй нам тогда и ПГП. Ну, мы так, мы что, закроем? Да. Закроем, то есть, по фасту идем, типа, Мимирон, обычка. Мимирон, обычка, все. Везек с АДХМ. Да. Ну, а что его там закрывать? Так, сейчас с Торимом поговорю. На кого? На Вара. Я же Вара себе делаю. Понял. Так запишем. Конкурент у босса появляется, да? Да, какой гудлик? Да нахуй гудлик нужен, блядь? Он, блядь, на РТ не ходит. Кстати, да. Слышь, я не ходил. Я хожу, Алёв, ещё. Да, на замене сидишь. Можно на замену, пожалуйста? Так, зачем мне бить, если там есть люди, которые столько же дают, и им надо, чтобы удары. Мне ничего не надо, типа, зачем ничего. Да, только я думаю, ты не из этих соображений заходишь. Если что, я же на замене сижу, я готов. Господи, готов он. У нас, кстати, один АФКшит. Уже очень долго. Ну, у нас, если что, есть... Сова на розе. Или рос на сове. Одну пачку. Угу. Да, правую пачку убиваем. Лог появился в гильдии жесткий. Кто? Лог появился жесткий в гильдии. Кто? Прям хорошо. Темная. Вот у нас в рейде. Ну, дамажит вообще нормально, да? Где? Во, темная здесь. Жесткий тип. Ну вот он АФК, что пойди к нему, зайди там на хату и разбуди. Это как с этим было, ну там Корнес босс не знает у нас. Не, ну это фигня. А вы чё умираете, зачем? Ну потому что они просто взяли и мобов. Босс сразу сагрил, как обычно. Ну вы можете упасть, а я сейчас попробую кого-нибудь кинжальчиком леснуть. Я там диван дал на шмам. А он нормальный у тебя этот, банан? Пробуем. Айнан, может быть, прошел? Ну, снимай диван, попробуем. Или давай сейчас я стрельну. Пизда. ФД, падай ФД. Да, блядь, ну, что-то да, надо было по-другому немножко сделать. Ну, что, вставайте, бегите.
что могу вам сказать. Надо было меня уже дождаться, блядь, метки бы раскидал, блядь, назначили бы контроль. А там никто не контроллер, они просто всех били. Ну, понятно. А, красная, бить, крушить моя. Босс вообще сразу побежал. На фул. Ну ничего. Сразу упал. Вайпаться это тоже полезно. Не, ну Айна, я в тебе не сомневался. Ты жесткий. Так, а Тёмный что-то писал, может быть, дополнительно, может, она говорит, там, кошка рожает. Так, надеюсь, Алгалон не такой жесткий, как на X2. Нет. Сейчас ему в Диси на всякий случай допишу, может, он там что-нибудь, порнографию какую-нибудь смотрит. Кое-что тоже может быть, правильно? А, он вылетел вообще, по-моему. Получается, замена нужна будет. Можем это Везакса убить без него, а там уже кого-то подобрать. Ну, в целом, да. Гля, бро, у тебя на туре тринки мусорная. Мрачный перезвон, такое прям. Плащ, мастерство. Но у тебя, кстати, не докапал мастерство, не будет? Может, с десятки не падает просто. Не, ну понятно. А он зашел, походу. Кошак жрать захотел, в магаз пошел. Понятно. Ну, мы без тебя тогда убиваем этого... Сука, Везакса, а на йога заходишь. Серв дропнул, да? Нет, не упал. А у меня, походу, упал. Либо завис, не знаю. Ну, за время, за время рейда ни одного дискона не было. Как странно. Где банан? Банан, ну, у меня по карте бежит, все, я понял, у меня просто Wi-Fi рассоединился с ноутом, сейчас его 30 секунд, ну, 30 его трирую, бля, учитывая мой ноут. Минута-полторы, и я захожу. Не пуляйте лучше без меня, а то я сейчас чувствую. Сядем на Визаксе. О, вот. Пойдем, да. Ага. Я знаю, чего было охуенно, если бы Каражан вот так вот трэш, блядь, проносился, как, блядь, босса в ульдуале. Не, кстати, вот ульдуар хорош чем, что в целом, типа, раз-раз, ты всегда у этих, типа, трэша не очень много по инсту. Ну да, такие инсты с много трэшем. Какой мобик стоит? Такие нудные. У Лока какой-то мобик стоит, что за мобик у него там стоит? Какой мобик? Ну я ебу, что у него за мобик? Так по левой, да, с левой стороны обойди просто и все. Мобик. Мобик. Сейчас будет десятером там встали, мобик стоит, а давайте. Моби Дик стоит. Не про мы, ты мы не пройдем, ебать. Моб нас не пропускает, ебать. Да, там еще и ворота закрыты. Пропуска нету. Сейчас уже Warcraft запускаю. Бананамен вообще хуй пойми, где бежит. Заплодился. Кстати, нужно как-нибудь попробовать этот. Я нашел фичу, которая, может быть, работает. Учитывая, что если ты за текстурами и летишь какую-то стену, ты проходишь сквозь эту стену. Типа можно скипать Везакса и сразу попадать к этому
Кюксоронду. Ну, на самом деле, нихуя не полезно, но, типа, прикольно. Потом надо лететь в банк. А, там еще дробяшка, да, она нужна. Файт, микс-файт будет. Так, что у нас, кого не хватает? Банан, да, это бежит, или кто? Да. Совы вам не хватает моей. А, это Рус говорит. Что, у тебя опять новый голос? Нет, старый. А что-то ты, как... типа, тот микро на наушнике почему-то перестал работать. Разъебал его или что-то? Типа, зря ты не пошел, мы, типа, супер быстро проходим этот ебучий. Круто, я только вот вернулся. Понял. Как в душе. Короче, ладно. Так, готовы все, давайте уже начнем. Череп. Тише. Так, у нас репитанс. У нас что у нас? Контроля банан. Вот, темная. А пизда, у нас контроля нету. Короче, Айна, черепок, а я первый кидаю в этот. Блять! Сейчас заморозится кого. Все, играем будет по этому. По пироманту, который квадратик. Пригрипни. Грипни квадратик. Все. Играем по квадрату. Бог, хотя бы одного расконтролили, уже неплохо. Квадрат залили урон быстрому. Потом череп, а потом второго доигрываем. Ну, сало дает и все. Пизда, да. А, сейчас по-другому, блядь, через ФД. А хотя уже мы сейчас так добьем. Надо было через ФД. Да, добейте хоть одного. А майн-контроллер работает на них? А, хуй знает. Ни разу. Сейчас попробуем. Не, нифига. Да я что-то забыл, хоть блядь. Одного добили? Не. Одного убили? Одного из пачки убили. Снова бежать. Давайте под аспектом нормально будет. Дружная команда. Да, блять, я забыл, я перекинул этот кнопку и, короче, блять, не то нажал. Типа ебан. Кстати, они вот на этом. На ком? На входе стоят. А на входе стоят? Заходи, Void, и прожми что-нибудь. Я сдал. На входе в этот, в Ульдуар. Так выйдите с Ульды. Да все, сейчас мы добьем крестик еще. Так даже лучше будет. Бля, вы прикалываетесь. Все, мы убили одного моба, все нормально. У нас, типа, миссия проще стала. Там три моба, даже четыре дают сало. Не-не-не, там их было пять мобов, теперь мы одного убили сейчас при входе, все нормально. Типа там три моба осталось внизу. Это два. Чего? Два, это вроде это моба осталось. Да похуй. Еще кого-то убили там, ну не уверен. Череп. А череп, квадрат и квест убили. Да? Ну вот, значит еще проще. Значит, три вайпа и у всех мобов зачистите. Да, мы же не будем все чистить, мы только в одну сторону. Тут моб стоит, ебать, пацаны, что делать надо? Какой? Мобик, ебать, безликий. Понял. Так, а кто у нас там воет, да, бежишь? Сейчас встречу. Подойдете там шкаф, поставьте сразу. А не шкаф, а резайте. Там люди лежат. Так, а у нас не был здесь лог, и не был у нас здесь прист, правильно? Или лог был? А, я тут был. А прист? Нет. Понял. Сейчас. Ну, по видосу я смотрел, сейчас посмотрим, что. Ну я сейчас объясню. Так, а кстати, с Йоксарона нужно что-нибудь кому-нибудь в хейме? Я просто думаю, может быть, его быстро задушить в обычке и все, и не ебаться даже. Да, можем. Я тоже так думаю. Так,
Вон босс пояс нужен. А, пояс нужен. Ну все, все, тогда в хейме. Так. Гля, ты как быстро переобуваешься прям в чате. Сюда говоришь, не, да, давайте в обычку, типа, и сам уже там печатаешь, пояс нужен. Понятно, понятно. Так, все здесь? Ну, все, играем по этому. Гриппа и сразу ледяного мага. Играем по нему. А, понял. Ну, добиваем, да сразу же, похуй, че он. По одному. Даже не знал, что они так разводятся. А вот мага теперь гриппой. Ну все, босс пошел один на один с элементалем, ебашится. Ой, бля, аспект не вырубил. Чисто, бля, ПВЕ дракон. Законтрольте босса. Айнан, дай ему жабу. Пизда, он меня сейчас бреет. Все нормально. Блять, когда на тебя чувак, блять, с двумя АК, блять, чаржится, это такое? Да, блять, не чаржись у меня. Че тебе сделал? Бля, а босс знает, кого выбирать в МК? Ставьте рыбу. Спасибо. Так, короче, тактика. В трусах стоит босс, в квадратике стоят РДД-зона. Все стоят только в квадрате. Не надо ни влево, ни вправо разбегаться. Ровно в одном кемпе. Прилетает бомбочка, я буду анонсить. Влево-вправо разбегаемся. Если на вас кидается метка крест, я постараюсь это анонсить, но могу немножко прослакать. Обязательно нужно отбегать назад. Метку поставлю вам крестик. Да, как можно дальше отбегать. Да, 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 вот туда вот прям в угол упираетесь, сюда в стену, чтобы не хилить босса и не носить урон. Вот, а у Е в мире зоны поменьше, там смотрите внимательно, когда подлетают пары, по парам никто не играет, если заслакаем, то проебем хэм, а хэм мы не должны проебать. Все, вот сейчас, секунду, намажусь, и этот ИРЧ. Все, все готовы, давайте полетим. Пока никто не бьет босс, и пока лужа не вылетит. Стойте, стойте ровно в квадратике. Разбежались. Ну, босс. Босса сорву дайте. Да не, босс сдохнет, я же отходил. А, понял. Так, запишем. Ну, дайте по нему БР. Да, ну, конечно, но как я на пул буду звать? Разбежались. Темная раскол. Блять. Ну, по-хорошему, пирекс надо было, блядь, сейчас. Мы разбежались. Крестик. Крестик назад отбегай. Не-не-не-не, кто там шипы? Вернись. Квадратик, встань. А не, я увидел, что он сосет, типа, и сразу на педали дал. Разбежались. Разбежались. Yellow King, Корнес, выбеги. Да не, лучше пускай. Нет, так они же взяли и на меня побежали. Да, плохо. Так, нам нужно этот. Сейчас меняем тактику. Дайте диван быстрее по кому-нибудь. По банану, да, пускай лучше. А банану дайте.
Подбегите ближе сюда к выходу. Меняемся. Делай сейчас в ретрика спекайся, а пирекс в ДКшку. А, у тебя нет... Блядь, пирекс, а у тебя типа вообще типа шмота тоже нету? Или да тебе шмот, летит, шмота переодень и все просто. Да, переодень. Да, просто... Спекайся в ДКшку, чё ты это вообще, блин, там в паладине бегаешь? Можно лепать, это, блядь, не игра, это... Понял, не понял. Не понял. А у тебя же этот есть спек анхолика, ну прыгни в спек анхолика, и это ты просто... Шмот переодень, да. Да, шмот думаю, переодень, тебе хватит с головой. Это десятка. Там поэтому, любой шмот, думаю, просто ЛПшки тыкать и все. Да что-то я, блядь, затроил, не подумал, что у нас паладин сейчас не будет агро держать. Замана кончилась. И босс, ты типа этот, не врывайся, потому что я на пул сдаю в луже. Типа можешь даже тоже стоять. Там. Да я понимаю, что это два удара сделать. Свои удары видел. Что, блядь, вон, блядь, дерево, блядь, падало 30 тысяч хп, блядь, своего чаржа. А у тебя с собой шмот, пирекс? Могу дживса поставить, если нужен. Да нет, тут ДК нужен. Да, тут ДК нужен для трита, прям. Ну все, пусть переодевается и... Ну, да. Вар, может, тоже вар побольше будет генерировать, у него хоть мана не кончается. Так у ДКшки тоже мана не кончается. И у ДК не кончается. Ну просто нормально, он сможет держать, там пару ЛПшек кинет, и босс уже начнет потихонечку бить. А ты в него солю сдашь, и все, и босс может нормально играть. Там уже и мои на пулы поедут. Так, все готовы, давайте уже погнали. А, да, давайте, РЧ, пулы поехали. А, подожди, Вовбро просто встал. Сейчас, наверное, о, подходит. А, сейчас умоню. Да, он тут уже. Че он бежать будет? 30, сейчас супер блинк будет, смотри, оп. Рыбу поешь, вон справа, забафайте Вовбро. Ну да, перекур не надо было устраивать. Хорошо шли, а что-то сейчас уже троить начинаем. Так, давайте еще один РЧ и поехали. Все, давай пирекс, иди накидывай ЛПхи. Чуть просто вперед. Разбежались. Пирекс, пару шишков назад сделай просто с боссом. Угу, хорошо. Все, играем. Разбежались. Разбежались. Бананамен назад. Разбежались. Квадратик, все стакнитесь. Осторожно, у Юмили зоне. Разбежались. Вытягиваем жизни, Бананамен. Разбежались. В 700 тысячах стопаем. Разбежались, Бананамен назад. Разбежались.
Джесс. Сбежались. Ну, меньше вообще играем по боссу, так полурасслабленно. А бананамен назад. Разбежались. Разбежались. Косты, косты. Косты, да, надо кикать. Кто-то не доиграл. Разбежались. А, ну чуть-чуть подможешь там с прохилом. Чуть-чуть прям. А, Yellow King назад, Yellow King назад. Все, хорошо. Че там до стража? Разбежались. Страж собирается. Все, сейчас ждем. Стойте, по боссу не играйте. Остановите его босса, нормально все. Разбежались. Сейчас очень внимательно с разбежками и строго стоим в одном кемпе. Вайпните рейд. Вайпните рейд. Золотые слова. Да? Все, можете рейд по боссу на полу зала. Разбежались. Вот друида повезло. Побегает зато. Да, спортом позанимается. Разбежались. Попадете под бомбу, умрете теперь. Все, доигрываем босса. Разбежались. Бананамен. А, все. Бля, урон лутается, странно. Ух ты, мы тенефобию полутали. Вов брогаться. Невер, ты что, РЛ? Ага. Это здорово. РЛ. Спасибо. Блин, редко вижу, что РЛ обогонит. Сейчас я повторю трюк шовы. Выкину тебя, блядь, из дискорда. Ничего страшного, меня вернут обратно. Да не вернут. Так, бум, Торима я вызвал, по... Блять, так, пять этих. Сейчас поставлю метки. Это не анимешники, это жесть просто. Блять, ты самый главный. У меня нет аниме, вот, Корнесинг, Нобосс, Тёмный. Все нормально. Нормальные пацаны аниме смотрят. А, так вот как R1, R2 держать. Надо. Блять, все, свали, иди вон там к... Да, Водник, давай ты лезешь. У нас тут твои рейд, давай. Да, у нас твое аниме. Банан, ты был внутри в этом? В портале? Банан был тут? Еще раз что? Еще раз, да. Корнес выспадет в портал, я похилю. Так, хилпал в хилы в этом, десятки, да. Хилы, хилы не идут в десятки в порталы. Ну чё? Типа ШП достаточно или что? Ну да, ладно. Так, но Yellow King там не был. Давайте так, плюсы поставьте в рейд, кто вообще был в порталах? Ну я был в портале, но хилпал. Хилпалом там тяжело. Ай, нам нужно босс по тенмету в рот. Давайте так. Они пускай идут. Они ДПСа много дадут. Да. Айнан квадратик, босс трусы, факин мэт ромбик, вовбро, крестик, я сверху останусь. Или там 5 порталов? 4. 4, ну все. Да, вот таким составом идете. Айнан, если что, там
какой-нибудь прохил маленький цепнухой сделаешь, если вдруг что будет больно. Вот. По первой фазе, смотрите, будут лужи, но лужи не наступаем, играем по мобам. Ну, мне кажется, мне кажется, там ШП был бы идеален. Ну, типа, немного подхиливал бы вместо кого-то. Давай, вместо иди, вместо... Блядь, ну, если он кого? Там не был, зачем его туда? А, он там его там не было, да? Все, я понял. Все, давайте так тогда попробуем. Все, остаемся так тогда. Все, этот, по лужам лужи не наступаем. По второй фазе, там, по ходу дела расскажу. Готовность на пол. Ну, я бы пошел, если пустите. Да забей. Ну, да, типа, сейчас быстренько пройдем, и потом как-то. Все, хорошо. А, все, иди гуляй. А кто у нас воет? Воет, воет. Осторожно, лужи не наступаем, но если прям уже наступаем. Зачем вы наступаете? Вы похотите? Мухи ебаны. Сдал на пул второй. Ну, минус один. О, что такое, ребят? А, факин не выбежал. Первый раз на боссах. Дай ему БР сразу. Не будем время тянуть. Разбав сразу дайте по ДКшке. Оп, сейчас сниму. Да дайте поставить ему. Да, реально. Зачем вы бьете? Ой-ой-ой. Не врывайтесь сразу, спокойно бейте, типа, ДПС хватает нам, и все. ДПС на море, правда, можете просто стопнуть и все. Да. Дадите поставить танк. Не бейте, ставь моба. Все, теперь можете бить. Пару тысячек сделай в него, все, можете играть по моба. Двигайтесь влево, потому что там нормально. Все нормально, убежали. А, к трусам стакнулись, к трусам. Все стакнулись к трусам, в звездочке стоим. А, играем по щупальцам, в приоритете тот, кого схватит. Ну, Войд знаешь, что с толстым делать. Удушающие сыграйте. Сейчас, блин, даже не успел навести. В левую сторону пошли. По мини-карте клацаю. Смотрите, если на вас будет луч, с лучом сбегаться нужно. Это те, кто не знают. Буду знать. Осторожно. Фир. Ну, это фир, да. Готовьтесь в портал заходить. Вовбро, одного босса прохилите. Да подожди, они вообще на другой стороне. Я понял. Готовьтесь сейчас к порталам. Подойдите к хилам, потому что за вами бегать такое. Все, можете заходить. Понял. Луч. Жаль, с баном. С босса здесь, блядь, замедленный зашел, да, или нет? Тыкни с обратной стороны, понял. Ага. Он забанил его, да? Или что это? Не, это не бан, это мозг разбили. А-а-а. Да. Повезло босса пройти в последний момент. Стоим здесь, с одной стороны. Чуть-чуть, блядь, 15 секунд, что ли? Еще 10 секунд. Карниз, у тебя какая аура стоит? 6 секунд, готовьтесь, подходите. Да, я третью взял. У тебя есть мастер? Нет, конечно, я же танк. На обратной стороне пошлите, в левую сторону, двигаемся.
разлагающее, удушающее. Сыграйте рядом с нами. По порталам расходитесь. Подойди сюда, темная. Ближе ко мне подойди. Да. Большой играем. Ты можешь играть по этому, по щупальцу, который тебя держит. Добиваем тяжелое сразу. Что там у мозга? Да, сейчас они уже переведут. Сейчас добьем и переходим к входу, откуда мы пришли. Прямо пробегаем. Они сейчас его переведут. Не вижу. Все, переходим. Там одно разлагающее убить надо. Милики спиной к боссу, РДДшники, смотрим внимательно за костом. Если на вас луч, отворачивайтесь от босса. Сейчас добьем щупальца, играем. Ну, Герос, зайдите. Отвернись, банан. Банан, отвернись. 30-30. Все, играем по боссу. Отвернулись. Лок. Понял. ШП, ты можешь луч держать. Кидаешь луч и поворачиваешься, будешь урон носить. Отвернулись. Минус хил. Потей. Да, моба агрите сразу, потому что если он на меня пойдет, то мы вайпнемся. Ну и он на меня уже сидит. Отвернулись. Вернулись. Yellow King, щитки раскидай на себя. Играй по боссу. Отвернулись. Даю. Играй по боссу до конца. Отвернулись. Играем в босс. Отвернулись. Блин, как часто он их кидает, заебал, блядь. Отвернулись. Отвернулись. О, босс молодец. Убейте босса быстрее. Да, убейте быстро. Отвернулись. Невер тоже лутаешь сильно. Два, у меня два, да, все, я блядь, даже не поворачиваюсь к боссу. Ну все, да, это вайп. Доигрывайте быстрее. Доигрывайте, дай бомжей. Fucking mad, бомжей. Отвернулись. Сколько там осталось? 500 игра. Бомжей сдал, блять, умер уже. Да, он уже умер, все. Да. Вы сильно много лутаете. Ладно, че, сейчас убьем нормально. Это так чисто, бля, пристреливались. Можно ебать, это, блять, не игра, это просто пошли не нахуй. Что, я не вкуриваю, как я лутал, блять, спиной, что ли? Ну, типа, вы очень близко подошли, походу, миллизоной. Типа, вы стояли. Не знаю, у меня 82 было. Ничего, не близко, нормально стояли. Ну, ладно. Ладно, сейчас убьем, чего, блядь, душите нахуй меня. Все нормально. Провал безумия. Тыкаем, последний портал. Перевели очень хорошо, поэтому за два портала также сейчас убьем и все. И... Кстати, Лока, у тебя случайно Афлика нету? Понял. А сколько было хп у босса? 400 тысяч осталось.
Ну, типа, так, полуобидненько, поэтому. Ну, как полуобидненько, блядь, прям обидно, но что поделать.